Некачественные продукты питания способны доставить множество неудобств человеку. По данным Всемирной организации здравоохранения, по этой причине ежегодно в мире заболевают более 600 миллионов человек. Для того, чтобы напомнить о необходимости питаться правильно, сегодня отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Мы узнали, придерживаются ли здорового и правильного питания мытищинцы. Ну, для меня здоровое питание – это ничего жареного, жирного, то есть ничего вредного. Овощи, фрукты. Что еще? Все. Каши. Ну, это свежие фрукты, овощи, продукты без ГМО. Специально смотрим, ходим, выбираем, выписываем в интернете. Побольше овощей, фруктов, где присутствует клетчатка. Утром каши. Наверное, овощи, фрукты. Белковая пища, как грудинка, курицы. Ну, я вот здорово питаюсь, я считаю. А как? Я стараюсь есть поменьше пищи животного происхождения и побольше растительного. Крупы, овощи.